селе Урусово Тульской области, в храме Архангела Михаила, происходит необъяснимое и завораживающее явление. Из глаз иконы Бога-Матери Знамения двумя ручьями текут слезы. Впервые мироточение было отмечено 8 февраля 2020 года. До этого икона была совершенно обычной. Служители храма собирают слезы в емкости, но они продолжают течь. Разреши тую кого лиши, яко не имо мыныё, помощи развети би. Нигиныё предстоит.